Кризис с мигрантами – это, пожалуй, наиболее глубокий, острый и серьезный кризис европейской интеграции за многие десятилетия. Он затрагивает не только политические и экономические вопросы, но прежде всего тему, связанную вообще с устройством взаимоотношений между странами и ценностный аспект, который Европейский Союз всегда выдвигал в качестве очень важного основы для своего существования. Особенно вот в последние 15-20 лет ценности были самыми часто цитируемыми активом, что ли, для Евросоюза. Так вот, мы наблюдаем резкое изменение именно идейной атмосферы. Особенно сейчас это заметно в Германии после кёльнских событий начала года, вернее, конца прошлого года, когда сама дискуссия резко изменилась. И вот та ценностная линия, нарратив, который доминировал абсолютно безальтернативно, о необходимости быть терпимым, о необходимости быть великодушным и открытым к приезжим, сейчас резко меняется. Причем он меняется именно в Германии, где это особенно было табу. Я думаю, что Европейский Союз в процессе вот этого вот решения проблемы кризиса будет очень резко меняться. Это не единственная причина, там накопилось очень много проблем, но ощущение такое, что именно вопрос беженцев станет тем последним гвоздем, который заставит трансформировать ЕС и осуществлять те назревшие реформы, которые необходимы. Другое дело, что на самом деле состав и характер этих реформ пока никто четко сформулировать не может. И кризис с беженцами подрывает лидерство Германии, которое вроде бы начало оформляться в предшествующий год-полтора. Уже такое очевидное лидерство в Евросоюзе. Получается, что теперь снова лидера нет, а как без лидера осуществлять трансформацию, в общем, непонятно.